атаки. Ольга Костюкевич смягчает блок, атакует Светлана Гатина. Подключение Кадочкина, но здесь без блока, это, конечно... Казалось, даже можно было бы и повыше Татьяне, да? Так? Это не получается, обязательно создаст интригу в матче. Как здорово сейчас на тройном. Ситуация просто выбрасывала из-за спины между пятой и шестой зоной эту передачу Ирина Филиштинс. У Юрия Маричева сейчас были... Нужно что-то делать против атаки Локомотива, но пока не удается. Линейная атака в длинную диагональ здорово сейчас забивает. И мимо рук никого-нибудь, а по индивидуальным показателям в лиге, поэтому... А вообще интересно в этой паре посмотреть. Вот эти блокирующие, они одни из лучших блокирующих центральных, чтобы Адликова. Если как раз смотреть, владеет. Вот недавно проходили тур высшей лиги А и молодежной лиги. Но... Да, конечно, мы знаем Татьяну Кадочкину со своей сумасшедшей подачей. Но здесь, да, смена интересная подрастает тоже. Даже не столько смена, они не такая большая разница в возрасте у девушек. На самом деле, Марина 2006 с уверенностью такая юная волейболистка выходит и подает. Отыграть подачу Тамара Зайцева. 4 на Кадочкину. Есть хорошая высота. И Татьяна в угол пятой зоны. Ну, классный удар. Валерия Зайцева как раз один из тех игроков, которые провели в составе Протона несколько сезонов. Вот раз справляется с приемом Виктория Боброва. Ну, хороший такой хитрый был накат у Натальи Малыхов. Какая атака. С какой яркой. Без шансов на блок. Защиту. Мне кажется, вообще полтора метра от сетки, наверное, пролетает эта атака. Да, ну, убирать именно это направление. Ну, там сидела на страховке Полина Беликова. Нервный такой розыгрыш, и будут атаковать Кадочкина с задней линии. Забивает она этот. Плохую команду удалось собрать Юрию Маричу. Сверху Кадочкина. Принимает, сама же атакует. Высокий отскок, достает Пушина. Пушина это была, да, по-моему, Виктория Пушина. Но вот сейчас здорово на блоке. Очень нужно. Вот видно сложнейшая подача Татьяны Кадочкиной. Какую огромную зону перекрывает либеро. 7-4. Екатерина Евдокимова продолжает подавать сложный прием Светланы Гатиной. Сама же будет исправлять этот мяч. Страхует Ксения. Подключение Кадочкиной. Тройной блок. Не замечает. Какой просто тройной удар? Ну, тем самым чуть-чуть разгрузит Татьяну. Ох, какой бросок. Ну, во-первых, тут прям молота скидки. Посмотрите, вот на плечо. Да, это бросок. Локомотиву удалась, так скажем. Здорово, как отдает передачу за голову сейчас Екатерина Евдокимова. Кажется, такое 7-6. Мы еще с вами такого счета в этой встрече не наблюдали. 1-1 Филиштинская. Здорово страхует Фролова. Еще одно смягчение. И какая быстрая передача на Таню Кадочкину. Дающий, куда подавать. И это уже не разбор игры, который был до матча. И как будто бы нападает. Как-то доверяет, да, все связующему. Видели, да. Как-то вот, как будто бы подзабыла, что может и она создать угрозу. Катина ошибается. Кадочкина не оставляет. Татьяна Кадочкина сама же из 4 от рук Виктории Пушиной. Обычно это попадание в чехол, что говорится. Вот зал в Калининграде поднимается на ноги. И это эйс Татьяны Кадочкиной. Очень красивое завершение.